Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TCL-305i, и сейчас я покажу вам, как сделать скриншот. Итак, первый способ. Мы зажимаем кнопочку питания и уменьшение громкости. Второй способ. Мы проводим тремя пальцами по экрану. И третий способ. Мы можем опустить вниз шторку и найти здесь кнопочку скриншот. Если ее здесь нет, нажимаем настроить. И нажимаем, находим снимок экрана, перетаскиваем вверх. Нажимаем на галочку, и теперь можем нажать снимок экрана. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.